כשמדברים על הפצה לישראל, когда мы говорим о распространении в Израиле, мы можем, скажем, один круг, два круга объяснить человеку его роль, или необходимо включить его в долгу, учебу. Мы должны постараться объяснить ему в двух словах, в одном слове, одним словом, даже без слов. Какая разница, сколько слов? Чтобы как можно быстрее он это понял, и как можно глубже, чтобы это проникло в его сердце, и все. А зачем мне тысяча слов или целые книги? Я знаю, что я не могу его ни к чему обязать. Дай Бог, чтобы он был несколько мгновений со мной связан. Ты знаешь, как заправляют самолет на лету, с каким давлением туда поступает горючее, так и ты должен выполнять свою работу. Просто в одном прыжке, когда он обратит на себя его внимание и наполнить его. Роль моя, всех нас, просто дать эту информацию людям как можно более кратко и концентрированно. Как можно более коснуться сердца. Кратко и концентрированно. Это зависит от условий. Но твоя цель как можно глубже коснуться его сердца, чтобы он понял, что его судьба находится в его руках именно так. Именно если он будет заботиться о мире, тогда ему будет хорошо. В особенности, что мы сейчас находимся в глобальном интегральном мире. И это его функция, которую он не может избежать.